Всем привет, друзья! Я вновь нахожусь на стройке Южного квартала от компании «Развитие». Но не смейтесь, на самом деле сегодня будет эксклюзив, уникальный контент. Такого еще не было, по крайней мере, я не видела ни у кого полноценную трехкомнатную квартиру. То есть мы показывали в шоурум евро-трешку, евро-двушку, однушку, но мы не показали ни разу полноценную трехкомнатную квартиру, а они в этом доме есть. Между прочим, 6-го этажа есть планировки полноценных трехкомнатных квартир. И сегодня у меня эксклюзив для вас, потому что еще ее никто не снимал, а я вам покажу. Забором, если присмотреться, то вы увидите третью-четвертую секцию. Это два разных дома. И, соответственно, сдача его будет в первом квартале следующего года, 2020-го. Видите, уже практически закончены работы по общим лоджиям, которые можно будет без подъезда видеть. А во дворе в первой очереди, да, первой и второй секции уже наносят разметку для парковки. И вот эта детская площадка, она уже будет при сдаче, видите, уже к ней свободный проход и доступ. То есть сейчас уже облагораживают детскую площадку. Через неделю закроют проходы в шоу-рум, всякие квартиры посмотреть. То есть уже будет ходить комиссия, и дом будет на предсдаче. Мы пользуемся случаем, запрыгиваем в последний вагон, чтобы показать вам последние самые такие свежие новости. Пока еще можно пройти на территорию и в дом попасть. А вот это у нас уже 5-6 секция. Тут тоже уже абсолютно все этажи выгнаны в монолите, соответственно, уже идут отделочные фасадные работы. Видите, с этой стороны утепляют фасад, ну, затем будут наносить штукатурку декоративную. Получается, в 7, 8, в 9 секциях уже тоже выгнаны в 7 секции 9 этажей, в 8 секции 8 этажей и, соответственно, в 9 тоже 8 этажей. Ну и продолжается также строительство двух свечек, в которых будут только студии. Вот, кстати, на вот эту вот свечку, которая прямо перед вами, как я уже говорила, уже открыто бесплатное бронирование для заморозки текущих цен по 70 тысяч за квадратный метр. Также есть здесь смарт-студия 32,2 квадратных метра. Очень-очень удобно для тех, кто хочет отдельную кухню, отдельную жилую комнату. Это для вас самый будет подходящий вариант. Ну, а сдача его, соответственно, второе полугодие 2021 года. Но я думаю, что если все будет хорошо и дом будет строиться по нормальным технологиям и в срок, то, может быть, даже еще и опередят. Все-таки, видите, как быстро идет строительство. Я думаю, что, может, даже сдача будет раньше. Но, опять-таки, по плану 2021 год, второй квартал. Надо ориентироваться на эти цифры. Мы вновь заходим, получается, в первую секцию, в первой очереди. Но только уже не на третий этап. Ну что, друзья, мы на 6-м этаже. Это полноценная трехкомнатная квартира. Очень сильно меня просили подписчики. В частности, одна из подписчиц, она вот думала купить в этом жилом комплексе трехкомнатную. Она, получается, вся ее квадратура 87,6, но вы платите за 86,15, потому что коэффициент у лоджии другой будет идти. Она стоит 62 тысячи за квадратный метр, то есть вся ее сумма 5 миллионов 341 тысяча 300 рублей. Соответственно, в четвертой очереди, это литер 7, 8, 9, она уже будет стоить 60 тысяч за квадратный метр, то есть 5 миллионов 169 тысяч. ЖК строится с опережением, я думаю, что даже раньше, чем первый квартал 2022 года, может быть, действительно, конец 2021. Но по плану сдача первый квартал 2022 года. Но давайте погуляем по ней, я вам скажу особенности разницы в первую очередь, да, и во всех остальных. В первую очередь, вот эта комната, которая у нас первая направо, она была как детской комнатой, да, вот мы видели в предыдущем обзоре, там, получается, она была евро-двушка, и вот эта комната была как детская. Эта комната 21 квадратный метр, и она сейчас идет как жилая комната. Но в чем отличие вот этой первой очереди от всех остальных? Немножко застройщики переиграли планировочку, и вот на месте этой комнаты, да, которая сейчас обычная, большая, как гостиная идет, здесь будет кухонная зона. И, соответственно, там, где сейчас в первой очереди кухонная зона, будет комната. Но об этом чуть-чуть позже. Вот такая вот большая просторная гостиная, она 21 квадратный метр. Как мы видим, здесь французский балкон. Давайте я вам еще раз расскажу, что это такое. Это ограждение, которое идет вплотную, без выступов. Ну и, соответственно, можно открыть вот так вот нараспашку окошко, да, во всю длину. Здесь панорамное остекление. Ну и, соответственно, просто облокотиться
посмотреть на улицу, да, вот окна этой квартиры выходят на две стороны, одна из которых вот на Субсехское шоссе. Мы сейчас на 6-м этаже, поэтому вид очень интересный. Вообще-то такие планировки у нас с 6-го по 9-й этажи, соответственно, на других этажах будет так же, как и предыдущий 3-й этаж, который я вам показывала, будет евро-трешка. А вот именно полноценные трешки идут с 6-го по 9-й этаж. И вот вторая комната, да, вот, которая была у нас слева, она уже поменьше, она 17-36. Это может быть спальня, тоже французский балкон. В каждой комнате сплит-системы от застройщика идут в подарок. Единственное, что здесь вот пока еще нету ручек, но я думаю, обязательно о них поставить, поэтому распахнуть сюда я не могу пока вам показать. Но я думаю, что вид можно уже сейчас увидеть, да, на будущую стройку. Года через 3-4 здесь все застроится, и поэтому не будет ни шума от строительной техники, ну и при этом будет спокойно. А вот там стройка будет продолжаться, где микрорайон Гаргипия, поэтому немножко придется привыкнуть к тому, что еще будет стройка. И вот сейчас мы заходим в кухню-гостиную. В данной квартире она тоже 17-36 по квадратным метрам, но в будущих очередях, то есть начиная со второй очереди по четвертую, да, здесь будет уже располагаться просто комната, а гостиная это та, которая была первая. И вот здесь мы видим, да, труба идет с санузла, включатели, вот розетки уже установлены. Именно в такой отделке сдаются квартиры в этом жилом комплексе от компании «Развитие». А вот здесь вот уже мы видим с вами ручки, да, мы можем открыть с вами французский балкон. Ух ты! Однако свежо. Вот там у нас свечки строятся, про которые я говорила. Свечки, которые будут только со студиями, уже начинают выгонять 3-й этаж, монолит. Здесь пока вот только 2-й, а там уже 3-й. Ну, соответственно, та свечка раньше будет сдаваться. Ну, давайте закроем наш французский балкончик и переместимся в следующую комнату. Еще раз вам покажу эту комнату, она 17-36. И давайте пройдем в следующую жилую комнату через такой небольшой коридорчик. Это у нас маленькая спаленка. 11 квадратов 78, ну практически 12 квадратных метров без малого. И с нее есть выход на лоджию. Здесь тоже установлены радиаторы. Вот такая вот маленькая спаленка. И лоджия. Лоджия стабильно 2,9 здесь, так же, как и в предыдущих планировках на этажах пониже и повыше. И здесь открывается тоже вид на Субсехское шоссе. Сейчас мы с вами откроем окошко и покажу вид еще отсюда. И давайте посмотрим раздельный санузел. Я очень рада, что все-таки многие застройщики приходят к тому, что в квартирах, где больше 2 комнат, должен быть раздельный санузел. И вот сейчас это у нас туалет. Его размеры 2,2 квадратных метра. И рядом с ним, соответственно, ванная комната. Ванная комната 4,5. То есть очень-очень-очень просторная. Смотрите, какая ванна. Здесь, видите, уже подводка, дальше вы сами устанавливаете сантехнику, какая вам нужна. Здесь качественные двери, качественный ламинат. Отделка в этой квартире качественная, здесь хорошие обои под покраску, довольно качественный ламинат, то есть не самый тонкий, с нормальной износостойкостью. Эта квартира стоит 5 169 тысяч в 4-й очереди, это у нас 7-я, 8-я, 9-я секции. Ну и, как я сказала, она стоит 5 341 300 рублей. В общем, обращайтесь, такая квартира единственная на 8-м этаже в 5-й секции, а уже в 4-й очереди есть достаточно неплохой вариант выбрать и этажи, и, соответственно, секции 7-ю, 8-ю или 9-ю. На этом все. Я надеюсь, теперь я точно вам показала все, что можно было показать в жилом комплексе «Южный квартал» от компании «Развитие» на Субсехском шоссе 35. Если кому-то интересно, звоните, все подскажу, все расскажу. Обращайтесь. Ну а с вами была Светлана, и я буду вам и дальше рассказывать о жилых комплексах, рассказывать о всех и плюсах, и минусах. Всем пока-пока.